Приветствую всех на канале Лана Арт. Сегодня 27 июня 2018 года. И я делаю очередное видео про высокую грядку с тыквами и кабачками. Последний обзор я делала где-то 2 недели назад. Погода стоит хорошая, теплая. И кабачки, и тыквы очень сильно выросли. Мне пришлось сделать им очень сильную обрезку. Вот посмотрите, какие толстые-толстые там уже листья у них. А кабачки начинают завязываться. Но из-за того, что было очень большая плотная листва, они не завязывались, а вернее все загнивали плоды. И сейчас вот я проредила листву и надеюсь, что все будет намного лучше. Вот кабачок один тут желтенький. Вот такой светленький. Обычные кабачки такие. И вот кабачок цукини. Такой длинненький будет. Что касается тыкв. Тут у меня, по-моему, 2 сорта тыкв. Какая-то цукатная. И не помню, какая такой серенький цвет у нее. Они начинают уже вот завязывать маленькие плодики, и плодики завязываются практически на каждом узле. Вот, и я уже вот этот вот длинный стебель прищипнула. Вот он дал тут еще один, еще тут 3 у крайней. На других 2 тыквах немножечко все попроще, но тоже вот завязываются маленькие плодики, но они еще маленькие совсем. Но, в принципе, завязи уже есть. 2 другие пока не прищипывала. Я ничем их не удобряю, потому что здесь заложено и навоз, и перегной. Много очень всего заложено внутри. Единственное, что я поливаю их где-то через день. Примерно получается 5 литров воды под каждый куст. Сейчас жарко, и, в общем-то, им, я думаю, что здесь хорошо. Вот такая высокая грядка на 27 июня 2018 года с кабачками и тыквами.